Главное не звездануться. Оп! У-ху! В смысле? Я думал, как-то там. Не езжайте без меня! Что? О-о-о-о! Тема! Ты видал, как я? Жесть! Смотри, сейчас что там звезданется. Так. Оу, мадафака. Переодеваешься, ты сильно изменился. Так. Окей. Паны теперь. Бляха, теперь вообще перел... Опа, ёпта. Опа, ап, оп. Жесть. Жесть, как она есть, короче. Ай-яй-яй! Бляха! Тревор! Нет, Тревор! Что за дичь? Я хотел слезть с байка, короче. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами GTA 5. Итак, мы грабанули здесь. Сельский банк, вот, побег был жесткий, был трешовый побег, и давайте посмотрим, что у нас имеется из заданий. Так, у Тревора, походу, все, походу, пока ничего нет, и у Франклина 2, и у Майкла, короче, одно задание, но давайте, наверное... Так, мы за Франклина давно не играли. Или за Майкла. За Майкла мы давно не играли. Назад в гребаные цивилизации. Погоди. Мы, наверное, за Майкла давно не играли. Давайте-ка за Майкла, короче, поиграем. Вот. Что у него за задание есть? Так. Тревор. Бляха, это, наверное, сюжетка. А у Франклина что имеется? Не показано, да? Надо к Франклину переходить, тогда будет видно. А, нет, вот у Франклина, короче, показано парашют какой-то. Наверное, это чувак, короче, который любитель адреналина, наверное. Окей. Ай, ладно, к черту, давайте пойдем, короче. За Майкла, так за Майкла. Нужно тачку, короче. Стой! Я хочу твой драндулет. Твой маленький драндулют. Драндолет. Поехали прокатить. А чё по бенце это выпрыгнуло? Прокатил бы с ветерком, ё-моё. Ну, поехали. Ладно. В принципе, можно было и пешком добежать, если что. Тут недалеко, как бы. Так, давайте нормально припаркуемся. По красоте, чтоб было. Вот так хорошо. Вот так замечательно. Ну и сортир. Ну, взглянем, что придумал на этот раз Тревор, или что здесь произойдет вообще. Я думаю, что-то с женой этого чувака богатого, да? Тревора не видел? Он, наверное, сейчас шляется где-то. Пьет человеческую кровь или пожирает домашних животных. Не до такой уж степени он... Серьезно? Ну, хорошо, в нем мало... Да, но какие-то чувства у него есть. Да уж, какие-то есть. Если их заденешь, то все для него это конец света. А ты чего о себе расскажешь? Да ничего рассказывать. Я независимый человек. Живу здесь подальше от властей. А ты, сдается мне, как бывший спортсмен-чемпион. Выезжаешь лишь за счет старых заслуг. Раньше ты бросался в самое пекло, а теперь боишься пятки обжечь. Yeah.
Если еще раз выдашь такую херню, узнаешь все про мои старые заслуги. Понял? Понял, командир. Я совсем не то хотел сказать. Скажи Тревору, что поезд идет. Какой поезд? С большой П. Вы где были? На свежем воздухе. Говорили о прекрасном. Да, говорят, стокгольмский синдром особенно хорош в этом время года. Эй, парниша, за языком следи, ладно? Мы всегда об этом мечтали. Это поезд нашей мечты. Что за херню ты несешь? Я про золото говорю. Рон, сможешь всю жизнь сидеть в трейлере, и тебе хватит на лечение? Еще с этим мексиканцем расплатимся. И ты будешь снова в деле, брат. Вот как! Надеюсь, это не очередная херня. Боже, охренеть. Мы же говорили с тобой про гигиену, брат. Я пригласил тебя к себе домой, и вот ты вот так вот отплатил, как будто я живу... Что-то там с кем-то, короче. Будь на катере под мостом через каньон Ратан, общаться будем по мобильнику. Садитесь на байк. Опять я за Тревора, ёпта! Так, это что, очередной грабеж, что ли? Грабеж какого-то поезда или что? Я что-то не въехал в тему. Что за поезд, что за золото? Что-то реально я не въехал. Так, значит, я беру машину, чтобы угнать катер, чтобы ограбить поезд, чтобы добыть немного золотишка. Точно, но катер должен быть быстрый. А, Тревор Филлипс гений логистики, так что в вагонах золотые слитки. Иногда. Это особый курецкий поезд, который принадлежит Мэри Узер. Опа! Зачитался, сори. Сори, зачитался. О, Мэри Уэзер! Транквилла, Майк! В вагонах не оружие, а барахло слишком дорогое, чтобы везти его по воздуху. Золото? Иногда золото, иногда картины. Дорогущий антиквариат, время от времени хватит тебе и мне, Рону и всем. Отлично. Теперь понятно, что за поезд, теперь понятно. Это все продолжается, короче, с этим... фишка с кораблем. Мой поезд словно мираж в пустыне. Короче, фишка с... Не уезжайте без меня. Короче, фишка с кораблем все. Началось с корабля. Ах, да, Майк, еще один пункт в твоем списке покупок. Нам понадобятся бомбы. Ладно, я возьму их, когда вернусь в трейлер. Вернешься в трейлер? Где ты? Нас ждет работа. Да, да, я знаю, и поэтому я переодеваюсь. Переодеваешься? Ты сильно изменился. Так, Тревор еще может прыгнуть на поезд, что дальше по курсу. А, бля! Извиняюсь за французский. Мне надо было, короче... Надо, короче, это... Вот с этой штуки, короче... Остановите поезд! Так, главное не звездануться. Оп! У-ху! В смысле? Я думал, как-то там, приземлится он. Не езжайте без меня. Что? О-о-о-о, тема. Ты видал, как я? Жесть. Смотри, сейчас еще там звезданется. А, не показали. Тревор не мог забраться на крышу поезда. Почти, ты видал, почти. Так, ладно, погнали. Уже в каске. Так, теперь я понял, короче, надо... Надо это... С горы перепрыгнуть на поезд. Только надо сделать это так, чтобы, короче, не перелететь. Так. Оооо, мадафака. Переодеваешься, ты сильно изменился. Да, переодеваешься. Где у меня байк? Короче, поезд уехал вновь. Это полнейшая дичь просто. Как на него перепрыгнуть, слышь? Как на него перепрыгнуть? Это ж пипец. Это ж просто пипец. Я ж перелетаю постоянно. Как на него перепрыгнуть? Нифига не понимаю. Так, ладно.
Здесь я так смогу? Ну-ка. Ну как? Ну как? Погоди. Опять я перелетел? Да в смысле? Неужели тебе не... Как на него запрыгнуть-то? Что за дичь? Почему? Как? Окей. Пробуем еще раз. Надо как-то, короче, приземлиться, я не знаю, чтобы, блин... Он в любом случае перелетает через него. Как? Ну давай попробуем сейчас. Я не знаю, сильно не разгоняться, что ли? Ай, ай, почти, почти. Почти, но блин, я опять с другой стороны теперь. Бляха, теперь вообще перелет. Опа, ёпта, опа, оп, оп. Жесть. Жесть, как она есть, короче. Ну, садись на байк. Непонятно вообще. Мне, вот лично мне непонятно, как это сделать. Потому что я перелетаю. Я постоянно перелетаю. Почему такие сложности? Как они делают это в фильмах? Так, я успею, нет? Погоди. Вот сейчас вот здесь. Надо не сильно, короче, не сильно. Бляха. Вообще не очень сильно. Так, ну-ка. Изначально, видал, я почти залетел, почти забрался на крышу. Почти изначально я забрался на крышу. Короче, дичь. Это просто полнейшая дичь. Надо как-то рассчитать так скорость, чтобы я смог... Смог ровненько. Бляха. Так, ладно. Ай-яй-яй. О-о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 -
Тревор! Что за дичь? Я хотел слезть с байка, короче. Ёпта, Тревор. Тупой поезд, короче. Тупой поезд. Ну-ка, давай еще раз. Опа. Хорошо. Ай, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Воу. Поезжайте вдоль поезда. Поезжайте вдоль поезда. Как я тут... А можно я пешочком? Можно не на байке, можно пешочком? Ну ёпти. Это ж пипец. А как тут еще ехать-то по крыше? Почему не пешком? О, хорошо. Просто шикарно. Хоть... Ага! Просто... У меня слов нет. Что за дичь? Это, наверное, самая такая миссия, короче. Так, 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 так. Едем, 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 едем. Надо определенно иск... Ага! А, нет! Да ёпта! Ну что? Бляха. Надо какую-то определенную скорость, короче, и это... Ай-яй-яй-яй! Ну почему? Ну почему его туда несет? Почему его он отскакивает? Я понимаю, там эти дыры, короче, но, блин. Это ж тупо, это тупо. Я думаю, на четырехколеснике было бы намного проще. Стоп, 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 стоп! Давай заезжай, ну, Тревор! Когда разгоняешься, короче, это пипец. Он вылетит стопудово. А на маленькой скорости он проваливается в эти, короче, штукенцы. Так, ладно. Ай-яй-яй. Ну давай, давай, давай. Где конец, бляха? Где конец? Конец поезда. Чё он такой длинный-то?
Зачем? Зачем он такой длинный? Зачем его такой длинный сделали? Ёпта. Аллилуйя. А шлем-то смотри какой стильный. Бомбезный просто. Шлем-пушка. Все, ништяпуля. Привет. Поезде новый кондуктор. Ты уже на воде. Ага, только что рыбку поймал. Если понадобится, дай знать. Выпотроши ее, сожри, жди меня под мостом. Когда проедем по лету, на нас набросится вся свора из Мэри Узер. Так. Да ладно, я еще за машиниста тут. Парни, здесь поезд больше не останавливается. Окей, я там пропустил, короче, управление поездом. Я уже рядом, ты под мостом? Я приближаюсь к заливу, сейчас рвану к мосту. В смысле? За Майкл, я думал, провалено. Окей. Ну, Майкл-то приоделся, как вообще там пипец какое-то спецзадание, ё-моё. Как спринтерцел просто какой-то. А катер-то, смотри, под костюмчик. Вот модник, а, вот модник. Так, под мост. Не этот? Нет, следующий. Наслаждаюсь жизнью, друг мой, отлично ты выбрал место. Наслаждайся, пока можешь, собирается буря. Ну тогда, смотри, красиво, да? Так, вон поезд. Мать, ух, мать, а! О, не, черт. Бляха. Груз в оранжевом контейнере, поставь заряд и взорви его. Жесть, Тревор вообще реально псих. Так, мне надо вылезти. Так, если бы я был наркоманом и людоедом, из-за чего бы я стал взрывать целый поезд? Не умничай, ищи добычу. Что, блин, с Майклом происходит? Майкл, ты че, блин? Ты это видел? Так, в желтом контейнере. Ты займешься контейнером? Да, меня течение, мать твою, сшибает, короче. Мне не доплыть. Так, отлично. Да, в смысле? Взрывай жестянку. Да как? Под водой? Да, Майкл, нырни, ёпта. Под водой надо? Блять, кривое управление. Контейнер, да я в курсе. Вот, смотри, здесь, братан. Я в курсе. Вообще просто. Куда ставить этот заряд? Как его ставить? Нам нужен оранжевый магнум, чтобы заряд вызвали. Нажми, чтобы выбрать оружие, находясь на тран... Во. Понятно. Все, отплыли. К дверям. Хорошо. О, вот так. Все, ништяк. Оказывается, надо, блин, с лодки. Да, вовремя, матик. Не торопи меня. Я тут чертову спасательную операцию провожу.
Какая жестокая эта миссия просто. Так, ладно, погнали, утырки. Мэри Уэзер, там что-то моё, мать вашу, а не вашу. Мэри Уэзер, мать вашу, моё, а не ваше. Всё нахер. Вертушка! Ты уверен, что он здесь? А, ладно, еще дальше. Только посыпались! Охеренно. Так, что, еще один вертолюшка? Окей. Все, чуваки, полетели, полетели, полетели. Бах! Ништяк. Ни хрена там вынесло. О, он тот, что ли? ТП. А кто стреляет? Погоди. С моста, что ли? Жесть. С моста стреляли? Ой. Я не вижу никого, если что. Мне нужна снайперка. Погоди, я не понимаю, с вас с моста стреляют или откуда? Я что-то не понимаю. Тревор погиб. Снайперы какие-то, да? Ух, запарная эта миссия, а? Так, ладно, с этими сейчас быстренько расправляемся. Да умри ты! С этими быстро, короче, две вертушки. Тоже как нехер. Так, минус одна. Где вторая? Он летит вторая. Отлично. Так, погоди, а теперь, откуда с моста сейчас? Я просто не понимаю, откуда. Ёпта, я не вижу. Чего Е во время... А, ёп. Я понял, раз. Так, так, так. Два. И три. Так, еще вон. Четыре. Снайпер готов. Там вертушка. Все, полетел. Там вообще десант, смотри, на парашютах. Так, минус один. Че там один остался? Где он? Это Майкл, да? Бах. Все. Погрузка закончена, может отправляться. Ништяк, погнали. Залезайте на надувную лодку. Ну давай, подъедь ко мне-то. Залазь. Все, поехали. Вниз по течению. О, водные погони, кстати, давно у нас тоже не было их. О, я сейчас буду стрелять, что ли? Блин, не люблю вот эти вот пострелушки, короче, во время движения. Потому что ни хрена не прицелится. Так, а у меня бесконечные патроны. Я могу херачить. Я могу херачить. Так, а спецспособность? Да, работает. Ништяк. Пусть тебе рыбы сожрут. Кто там орёт? Кто там орёт? Чё, вертушка? По-моему, вертушка, нет? Нет. А, ну все, да, мы приехали. Нет, не приехали, а все, закончились. Бадюга не закончилась. О, вертолет.
Хера, он смотри как фигачит. Видал, какие у него пушки в этом вертолете? Посмотрим, как ты вылезешь оттуда. Ты жив? Еще есть порох Параханиса. Мы на Параханисе прекрасно обходились без летящих под откос поездов, взрывающих вертолетов, тонущих кораблей. Нам нужно высадиться. Подведи катер к берегу. Ну, погнали. Блин, а там красивые да, места вообще, реально. Мосты. Да, тяжело приходится трудиться. Просвети меня. Сколько дают лет за бессмысленное убийство? Тяжелые времена, с тех самых пор, как мы по тебя похоронили. Эй, у тебя же были сбережения, которые я не мог тратить, потому что ты нас спалил. Знаешь, у нас даже не было денег на адвоката для Брэда. Над ним даже суда не было, его просто бросили в тюрьму. Рон подготовил для нас транспорт. Окей. Все, приехали. Вылазь. И это все, это маленький чемоданчик. Вот этот маленький чемоданчик, столько шума. Из-за такого маленького чемоданчика. Тревор, ты бежишь? Что это каски, блин? Опа! Да не его. Ну ты же у нас независимый. Эй-эй-эй-эй-эй! Погоди ехать, сначала покажи мне добычу. Ладно. То, что надо. Нахрена надо. Чтобы расплатиться с тем психом мексиканцем. Отдадим ему это, а ты расстанешься со своей молодухой. Глядишь, и не убьют нас в Лос-Антосе. В гробу я видел этот гребаный силиконовый город. Но это мое дело. Не тебе решать. Если бы не твое долбанное дело, мы бы с мексиканцем не разосрались. Мое дело. Мой куш. Не лезь. Слушай, отдай мне этот кейс. Взамен получишь от меня кое-что получше. Что? Федеральное хранилище. Иди нахер. Это невозможно. Еще как возможно. Хотя, не просто. Это практически самоубийство. И тебя это внезапно смущает? Давай, Ти. Помнишь, о чем мы мечтали? Когда только начали. О крупном деле. Тогда это казалось бредом, правда? Но теперь-то мы снова вместе. К тому же с нами Лестер и Франклин. Все, у нас получится, Ти. Это уже не просто мечты. Оставь себе этот кейс. Твою мать, а, ладно, эй. Так и быть. Забери эту хрень. И Патрицию тоже забирай, я не против. Я ее уважаю, насильно держать не буду. Спасибо. Но запомни, я буду внимательно следить за каждым твоим шагом. Как скажешь, если эта сволочь еще хоть раз ей изменит, не знаю, что я сделаю. Слушай, Тревор, мы его отлично понимаем, что семейная жизнь это не для тебя, но ничего. Ведь хорошо снова быть в строю, да? Это здорово. Идем на крупное дело. Крупное дело! Вот это замахнулся, вот это да. Просто, Майкл. Вот это да, федеральное хранилище. И, блин, я же говорил, крупное какое-то дело должно быть. Что-то должно быть крупное к финалу. И я так понимаю, что это уже приближается к финалу. К финалу приближаемся. Вот. Я понимаю, что... Конференц-связь. Алло, Таунли тоже на связи. Привет, Трев. Так, вези всю банду в Кейп Кэтридж, будем брать завод по производству химического оружия. Не-не-не-не, я сейчас отдал кое-что Лестеру. Мне нужно разобраться с делами, вернуться в Лос-Антос. Дай мне неделю. На твои деньги за палетом мы купили снаряжение, банда уже в пути. Окно открыто, мой друг, и ты выпрыгиваешь из него. Черт, черт! Лос-Антос никуда тебе не денется. Опа, понятно. Это, наверное, то, которое вот они планировали, да, это ограбление или что там, ну, федералы. Вот. Так что вот, и я
Я говорю, к финалу должно быть какое-то крупное дело. И вот Майкл решил грабануть, короче, федералов. Федеральное хранилище, ты прикинь. Это будет жесть. Это просто будет жесть. Так, это что у нас? ФРБ, ага. А это что у нас? Патруль. Так, ну что, давайте, наверное, отправимся... Отправимся. Давайте отправимся, наверное, вот сюда. Одно мы грабанули уже за сегодня. Давайте отправимся сюда. Это у нас нелегалы, наверное, скорее всего, да? И... Ой, сори. Так. Да. Это нелегалы, наверное, скорее всего. Вот, грабить уже будем потом. Одного грабежа уже хватит на сегодня. Тем более, какое там с этим поездом жесть. Вот. Потом мы поиграем, наверное, за Франклина. Там у нас есть с этим любителем адреналина, короче, миссии. Посмотрим, что там у нас за Майкла. У нас одно, это, наверное, тоже ПРБ. У Франклина даже целых три задания. Так что посмотрим уже в следующей серии, наверное, что там за задание. ПРБ пока не трогаем. Потому что, я так понимаю, это тоже сюжетное. Ну и вот это тоже было сейчас, то, что грабили, это тоже, по идее, сюжетное. Потому что, если бы это было не сюжетное, Майкл бы, наверное, не сказал Тревору, не предложил бы Тревору грабануть федеральное хранилище. Ай-я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 й. Так, ну окей, мы приехали. Бляха, сейчас опять на этом драндулете, короче, неповоротливом ездить. Наверное. Это же будет вообще пипец. Кто преследующий, что там на этот раз? Эй, люди, он расист. Эй! Я думал, тебя депортировали. Тебе что за дело? Да мне плевать. Просто они мне заплатили. А, ну круто. Настоящий патриот, что сказать? Так, когда они тебя выгоняют? Они не могут меня выгнать, придурок. Это еще почему? Потому что моя семья живет здесь уже 200 лет. Я больше американец. Хотя это не то, чем можно хвататься. Жаль. Ну, по крайней мере... Слушай, ну не лезь ты, каждый может ошибиться. Ты, наверное, теперь хочешь меня убить? Может, и хочу, кстати. А может, и нет. Ты и твои дружки из пограничного патруля все одинаковые. Безумные придурки, которые пытаются защитить, от чего вообще не существует. Они мне не друзья. Однако ж ты с ними немало времени проводишь. Да я постоянно тусуюсь со всякими ублюдками, которых я на дух не переношу. Хобби у меня такое. Пограничный патруль, чувак? Иди нахер. Хочешь сдохнуть нахер? Я тебя не боюсь. Ты в долгу перед моей семьей. Чего? Моя земля теперь в опасности. Я в этом не виноват. Если тебя это волнует, и очень хочется, тогда разберись с этим. И имей в виду, что я тебе за это не дам ни цента. Бля, хоть хера там машина. Убейте Джо и Джозефа. О, да ладно! Этих вот чуваков, которые борются с нелегалами, короче, мы должны уничтожить, убить. Вот этот поворот. Ну ладно. Проклятый общественный патруль. Ну окей. Сделаем это красиво, короче. Сейчас придем такие. Чпуньк-чпуньк с пистолета, с глушителем, чтобы не поднимать тревоги, знаешь. И все, и дело. Главное, чтобы они не удирали. Вон, опять они кого-то там дрючат.
Эй, Джозеф, не хочешь попробовать эту штуку на мне? Минус один. Не лезь в наши дела, тупой канадец. Ну все, после этого тебе точно не жить. Да ладно, он на тракторе. Да ладно, бронированное стекло трактора. Общественный патруль распущен. Все. Выполнено. Блюз дозорных. Выполнено. Ну, как-то так. Такое вот небольшое задание. Так, скопать грядки. Окей, так, давайте посмотрим, что у нас там у Тревора. У Тревора осталось только, получается, Б, да, этот, федералы. Вот, ну давайте к Франклину перейдем, посмотрим, что Франклин нам покажет, пока времечко есть. Франклин все едет на драндулете на своем. Агент Стив Хейнс, мать твою. Так, стоп. Да ладно, он едет к этим ФБРовцам. ФРБРовцам. Нафиг мне нужны. Так, погоди. Это что? Ф. Мэри Энн какая-то. Понятно. Ну от этого далеко, короче, я нахожусь. Давайте, наверное, я... Федералов мы не трогаем. Давайте сюда возгоняем. Как раз пока сейчас доедем, короче, а выполнять уже будем, наверное, ну, в следующей серии мы сейчас доедем, короче, до туда. Вот. Потому что по времени как раз будет. Здесь толком-то и не сократить, видишь, горы, короче. Так бы можно было посокращать дорогу. А так... Сейчас пока доедем. Вот. Так, а погоди, а вот ФРБ-овцы вот эти вот, они, короче, они-то что хотят грабануть, я что-то так и не понял. Они федеральное хранилище хотят грабануть, а Майкл... Хочет все присвоить себе, типа перевернуть это все. Или что-то уже напридумывал тут сам, короче. Что-то я упустил этот момент, по-моему. Да и тут, блин, реально тут легко запутаться, потому что тут много всего. Вот. И запутаться вообще реально. Так. Не, прикольно тогда, знаешь, на этом, на байке, короче, по шоссе вот так ехать, знаешь, включаешь музычку и едешь такой просто вот, просто вперед, куда глаза глядят, как настоящий байкер. Просто едешь. Отдаешь себя дороге. Останавливаешься во всяких закусочных там. Чтоб перекусить. Оп, проехал, короче, засмотрелся и проехал поворот, окей. Кто такая вот эта вот Мэри Энн? Интересно. Так, волчара. Ну и в принципе вот приехали, да? В принципе вот приехали.
Сейчас я здесь припаркуюсь за ним. Давай, здесь сейчас припаркуюсь. Под мостом. Вот. И на этом буду, наверное, заканчивать, вот, дорогие друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.